Буся притащил мне игрушку, говорит, кидай мать в бассейн. Бассейн полноватый. Сейчас посмотрим. Что, кидать, Буся? Давай, на. Ой, а шейх-то рванул, посмотрите. Ой, Буся рванул. Я думала, опасаются, что бассейн-то прямо хорошо наполнен. Не рванули. Ух ты, тихонько же, а мне. Давайте сейчас еще вам мячики найду, сейчас. Шейхунь, еще мячики нашла. Идем скорее. Идем, Шейхунь. А-ля-ля, Брижа. Шейхунчик, смотрите. Буся тоже прибежал. Весь дом затопил, да? Так. Так, ну кто вперед у них называется? Эх, Буся, опередил он тебя, да? А, он увидел, что у меня второй мячик. Ну на. Че, не хочешь уже прыгать? Передумал? Ай, это смотрите, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ой, ты молодец. А Буся, скажи, я отсюда попробую достать. Не получается, да? А это, смотрите, он достал ему, и хочется дальше играться, взорваться. На. Оп. Водоплавающий, а? Эти молодец, за пимпочки берет. И тогда не поймешь. Вот. Ай, красота какая. Можно много накидать и забавы на целый день. А ты, Буся, не хочешь просто это больше прыгать? Прыгайте давайте. Оп. А вот этот вот ему посложнее хапануть. Скажи, нету пимпочек таких удобных. А взять-то хочется. О, это там какое-то мероприятие у них. Ну, как? Никак, Шейхунчик. Ой, почти молодец. Шейх молодец. Молодец, сейчас не вырони. О, все получается. Молодцы какие. И у него где-то там тайный склад. Склад у него маленький, да? И сразу же туда все прибежали. И тайный склад перестал быть тайным. Вон там две игрушки у него лежат. Ой. Молодец! Ты молодец! Ты все достал! Все достал! Умничка! Буся, скажи, а я в пустом бассейне поплаваю, да? Шейхунь, ты больше воды вылил. Че, нет ничего. А, вот такие вот у нас забавы.